третьей серии турецкого сериала «Грех одной матери», который выйдет на экраны Турции 5 декабря, мы увидим следующее событие. Юсуф пришел домой к Ягмур, которая никак не могла ожидать его увидеть здесь. Она спросила, что он здесь делает. Юсуф ответил, что она совсем не отвечает на его звонки и сообщения. Поэтому он стал беспокоиться. Ягмур сказала, что сейчас ей ни с кем не хочется говорить, но Юсуф не хочет просто так уходить, и он просит девушку выслушать его. Ему тоже больше всего хочется, чтобы убийцу и ее отца поймали, и она не должна на него злиться, ведь его вины в этом никакой нет. Юсуф хочет просто находиться рядом с Ягмур, чтобы помочь пережить ей эту боль. А затем он спросил, любит ли Ягмур. Она ему просто улыбнулась в ответ. Суна начинает сожалеть о том, что она сделала. И ее грузят муки совести. К ней даже стала приходить тень мужчины, которого она убила ради денег. Женщина старается избавиться от присутствия этого фантома. Но совесть каждым разом давит на нее еще сильнее. Она знает о том, что Бекир не виновен. Но как ему помочь? Суна совсем не знает, как ей жить дальше с таким грузом и сможет ли она себя успокоить. Она понимает, что совершила такой поступок только потому, что этот человек ее сам попросил. Но только теперь от этого очень сильно страдает сама. Юсуф также уверен, что Бекир не виновен, и он считает настоящим убийцей другим человеком, который до сих пор разгуливает на свободе. Только он не успокоится, пока не найдет его. А мы напоминаем, что третья серия турецкого сериала «Грех одной матери» выйдет на экраны Турции 5 декабря. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.